что такое солнце? Это звезда. Она светит. Солнце нужно для того, чтобы светло и чтобы было на нем тепло. Это большая звезда, которая всегда светит. Солнце – это раскаленная звезда. Солнышко нужно, чтобы оно нас грело, а то без солнышка нам будет холодно. Солнце – это как почти звезда. Она светит, чтобы нам было тепло. Солнце нужно каждому – зверям, людям и растениям. Растениям обязательно нужен свет. Без света они погибнут, и без солнца мы замерзнем. И тогда будет на земле всегда темно. Чтобы дети радовались, и без солнца ничего, без солнышка ничего не будет расти. Солнышко нам нужно, чтобы было тепло и светло. Когда солнце садится, а когда встает? Вечером она ложится, а утром она встает. Солнце встает утром, а вечером оно садится. Днем оно встает, а вечером садится. А почему, может быть, расскажешь? Потому что ночью надо спать, а солнце не дает спать, потому что светло. И никак нельзя уснуть. Солнышко встает, когда наступает утро. А когда ночь, солнышко садится. Зачем? Почему оно садится-то? Потому что всем людям пора уже спать. Солнце садится, потому что наступает вечер. Если бы солнце всегда было бы на небе, мы бы не смогли отдохнуть. А если бы солнце всегда было бы в космосе, тогда бы мы не могли бы разглядеть ничего. Все. Когда солнышко встает утром и когда мы просыпаемся, а спускается оно ночью, когда мы собираемся спать. Что мы делаем, когда светит солнце? Когда светит солнышко, мы радуемся. Солнышко. Ну, мы играли на пляже, купались, бегали босиком. Купаться, идти в поход, загорать. Играть, гулять. Дома в настольные игры играть. Мы собираемся в садик. Мы одеваем одежду и идем в садик с мамой. Мы чистим зубы, умываемся и идем купаться, гулять, прыгать на батуте. Когда солнышко встает, я встаю, мои родители еще спят. Брат может спать или уже проснулся. Я могу посмотреть телевизор или сам себе что-то сделать из еды.